На всероссийских соревнованиях 2013 года по горнолыжному спорту и фристайлу чувашские спортсмены завоевали несколько наград разного достоинства. Сегодня победителей чествовали в Минспорта Чувашии. О разновидностях фристайла в горнолыжном спорте мало кому известно. Могул, ски-кросс, слоупстайл – именно в этих дисциплинах спортсмены Чувашии показали свое мастерство. Слоупстайл – это переводится как «сильное скольжение». И это трасса, состоящая из трамплинов, ну, примерно трех в обычном случае, и рейлов, и боксов. Простым языком – это трубы. И на них нужно проехаться ровно, и можно еще показать вращение. Как и любой другой вид спорта, фристайл требует упорства и силы воли. И того, и другого ребятам не занимать, несмотря на юный возраст. Занимаюсь 7 лет этим видом спорта. Как первый класс пришел, сразу пошел в горные лыжи. В связи с выездом на соревнования в школе, конечно, не часто получается учиться, но по приезду стараюсь догонять. Особая благодарность тренеру. В каждой спортивной победе 50% успеха, а то и больше, приходится на долю наставника. Поэтому, Валерий Витальевич, спасибо большое вам за вашу работу, за, несмотря на все трудности, сложности, вы идете к этой цели. Ну и хотелось бы, чтобы, конечно, вот тренерский состав у нас увеличивался, потому что одному тяжело, у вас уже группа довольно серьезная. Вот сегодня только перечислили ребят, которые, это уже длинная скамейка, ведь я знаю, там на подходе уже целые плеяды. Елена Муранова, двукратную бронзовую призерку чемпионата России 2013 в дисциплине «Могул», чествовали особо. Кандидатка в Олимпийскую сборную России 2014 получила ключи от новой квартиры за выдающийся вклад в развитие спорта Чувашии. Екатерина Харитонова, Леонид Клейман, Республика.